Да, пигменты органической и неорганической группы хорошо смешиваются в нашей линейке. Логичнее всего смешивать пигменты из разных цветовых секторов. То есть на желтой основе, к примеру, лесной орех, будет хорошо смешиваться с эспрессо на красно-коричневой основе. Либо черный ром, это неорганический пигмент, хорошо будет смешиваться с молочным шоколадом. Либо с тем же лесным орехом на желтой основе. Либо с тем же эспрессо, пигмент, который гибридный, но в составе больше неорганического пигмента. И все пигменты при смешении дают промежуточный среднекоричневый оттенок.